Внимание, вопрос. Ректор ДГТУ Бессарион Чехоевич Месхий ответил на вопросы, волнующие студентов нашего вуза. Такая встреча проходит не впервые, но в этом году желающих лично пообщаться с Бессарионом Чехоевичем собрался полный концертный зал конгресс-холла ДГТУ. А это в несколько раз больше, чем год назад. ДГТУ – это огромная, большая семья. Я хочу вам заверить, что я как ректор сегодня встречаюсь с вами. Я думаю, что мы два раза в год будем встречаться. И надеюсь, что сегодняшняя открытая наша встреча и наш разговор принесет пользу всем. Два часа ректор отвечал на вопросы из зала и те, что были заданы студентами заранее, в электронной форме. На встрече также присутствовали проректоры, деканы факультетов, сотрудники университета. Вместе с ректором они отвечали на самые острые вопросы. Когда будут улучшены условия проживания в общежитии номер 6? Мультимедийное оснащение корпусов, материально-техническое состояние общежитий, волонтерство и спорт, открытие новых направлений магистратуры и трудоустройство выпускников. Вопросы от студентов были разными, самыми важными для них. Ни один не остался без ответа. Решение некоторых из них ректор взял под личный контроль. С остальными поручил разобраться соответствующим службам. Многие проблемы решались тут же, на месте. В конце встречи Бессарион Чехоевич поблагодарил студентов за активное участие в жизни университета. Он сказал, что практика подобных встреч на регулярной основе в полной мере себя оправдала. А это значит, что руководство ДГТУ еще не раз встретится лицом к лицу с главными действующими лицами в нашем университете, его студентами. Я считаю, что такие встречи очень нужны вузу, и студентам в том числе. Почему? Потому что, во-первых, мы становимся ближе, мы узнаем, мы понимаем, как можно решить данные проблемы и на каком уровне их решают.